Приветствую вас на канале AsmoDev, и мы продолжаем играть BioShock. Часть первая. Так, нам надо под папочку тут закосить. Сапоги бы подняли в библиотеке. Только я одно понять не могу. Как нам попасть вот сюда? Где-то поближе, что ли, или как? Как я должен пройти туда? Тут патроны. Халява. Халява, 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 халява. Так. Большой папочка где-то бродит. Давай. В другую сторону пойдем, попробуем. Вот с этой стороны посмотрим, что тут. Вот так. Да. Ну, с этой стороны то же самое, кстати. Как мне Эндрю Райан задает вам простой вопрос. Попадать. Вы так. Человек? Здесь я все сделал. Мне надо в обратную сторону как-то. Я даже не знаю, сюда что ли мне. Где я не был-то? Ой. Где я тут не был-то? Отыщи части костюма. Веди, малышек. Так. Начать. Надо-то всего лишь начать и закончить. Где у нас тут? Еще, блин. Ну давай, разворачивайся, где? Вот. Вот она, стоять. Вот сюда. А ты сюда. Где еще одна такая прямая есть? Вот она. Вот и все. Понять не могу, что там. Грязный мужик. Ничего себе. По мне, это все для меня. Нормально так. Без меня там. Так. Без меня обошлись. Просто превосходно. Ладно. Взламываем робота. Давай, начать. Вот так. Блин. Вот так. Где мне развернуть ее? Как? Вот так. Потом вот так. Охренеть как. Вот так. Вот так. Вот так. Увеличу. О, так я могу тут. Сейчас я себе армию тут наковыряю. Подождите минутку.
Так. Так, надо вниз ее развернуть. Вниз. 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 Так. И обыскать. Ага. Все, ну пойдемте. Как я понимаю, тут с двух сторон. Так. Готовы? Давайте. Вас двое и также двое нас. И от базара даже про отказ. Телетроливали. Мы очень долго ждали. Что, где? Назад. Назад. Все, мы знаем, он за углом прячется. Начать. Вот так. Мы не подозревали, что легкие обворовы вывели нас. Поэтому все так произошло. Увеличиваем поток. Хорошо, что я заметил вторую. Какая симметричность и непрактичность. Это, конечно, хорошо, когда ты с ботами. Но я-то не бот. Так, теперь отсюда сюда выковыриваем. И вот эту сюда. Опа. Прекрасно. Все. Я себя обезопасил. Проклятие. Это сюда надо было отправить сапоги большого папочки, а не в библиотеку. Что за болвана Брайан берет на службу? При Фонтейне такого бардака не случалось. Так. Ай-яй-яй-яй. Ну где легкость-то? Легкость-то где? Не вижу никакой вот легкости. Нет, нет, а вот так вот. Раз. Вот так вот два. Вот так. Вот перчатки, может. Так, в чё можно? Так, автовзломщик, болты ловушки, взрывающаяся картечь, электрический гель, даже не знаю. Ну, вот так сделаем. У меня всего до хера, что ли? Воу! Так. Лишился, да? Робота. Ничего страшного. Почему здесь ничего нету? Странно. Очень странно. Ты. Ну серьезно, ничего не нашел. Yeah.
Этот Райан славный парень, неплохо, да. Так, ладно. Опаньки. Давай. Ладно, гасим папочку. Живи, мини. Живи, на тепло. Готов? Осколочная граната. Мне таких не надо. Так. Давай, нет, тебя освобождаю. Нет, нет, нет. Иди, деточка, ты свободна. Спасибо. Да пожалуйста. Спасибо. Так. Так, так, так. Ага. Спокойно. А как мне туда теперь попасть? Такая молодежь, без отмычки хрен войдешь. Да. Чтоб не тронуться умом, бейтесь свою об стенку лбом. Так. Ну какая-то дверь, ладно, посмотрим, что за дверь, куда это ведет она. Мы все понимаем, мы все осознаем, мы существа разумные, вы нас недооцениваете. Так, мне вот сюда надо, мне сюда, потом вот так, да, я плясать мастак, где ж, вот она, увеличим вам поток. Давай, вставай. Не встал, да? Ой-ой-ой. Куда я что должен?
Так. Это что-то интересное нашел. Тут ты найдешь костюм. Так, костюмы, сапоги. Отлично. Подобрал. Остался только шлем. Так. Тот спасен, блуждая. А где ты? Но осколочная, реагирующая на движение. И свет. Вот так. Отдай мою девочку. На. А тебе дал твою девочку сейчас. Вот так. Перезаряжаем. Копыта двинула, нет, баба? Вот так, и не беси меня. Что-то там есть. Давайте посмотрим. Остался только шлем. Шлем. Так. 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 О, блин. Забирай меня скорей. Убежи за Стромари. Подержись за Фаберже. Я ведь взрослый, я уже. На, вот так, опаньки. Ух ты, какой кладезень. Что тут есть? Тут чего только нету. О-о-о. Жидкие азоты. Подожди, ладно. Давай используем, сейчас посмотрим. И что это дало? Сгорит кроме шлема или что? Не понял сути. Ну очень интересно. Так, где у нас только, где мы еще не были? О, напротив неба. Так, минутку. Где? На. Вот так вот. Ну, кстати, хорошо, что током-то сам себя еще не бахнул. Ладно. Я понял. Кто кашляет? Вон он. С автоматом. У него ружо. Ужо, ружо. Давай. Так, где у меня там? Вот так вот. Заходим, не стесняемся.
Так. Что тут есть? Фонтейн жуткий тип, но Райан жмот и дешевка. Защитный костюм нельзя использовать еще раз. Взять человека шкуру, органы пересадить прямо в костюм, иначе не заработает. Райан говорит, большой папочка слишком дорого обходится. Райан может идти к черту. Эх, что у меня тут есть? Давай осколочную гранату возьмем. Ага. С той стороны такая же. Факелы что ли надо зажечь, я понять не могу. Суть. Да где ты? Там горит, тут горит, все горит. Атлас, друг паразит. Куда надо-то попасть? Ну, вроде все обошел. Что-то где-то я пропустил. Так, зажигательный противник. Картечь, патроны для автомата. Не знаю. Ну-ка. Револьверные патроны. Спокойно. Я уже слышал только... наверху. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!